этой крохе 3 года, и за последние месяцы она уже трижды выступала на сцене. Песню, как гордо объявила Таисия, для всех мам в зале, выучила в детском саду, исполняла с душой. Я отношусь к маме очень хорошо. Как хорошо. Ласково. А я тебя очень люблю. Сверстники Таисии, те, кто чуть постарше, все признаны юными дарованиями конкурса «Музыкальная горошина». Не смогло жюри выбрать лучшего, все хороши. А вот в номинации «Оригинальный жанр» победитель определился сразу. Кумир миллионов Чарли Чаплин покорил сердца и судей, и зрителей. Самому Ярославу Чаплин нравится своим бесстрашием и умением смешить. Для будущего циркового артиста качества необходимые. Из года в год у меня получается стоять гораздо лучше и ставить на другую катушку еще и еще и еще. Я вот год назад только научился стоять на 3. Если не будет слепить и музыка не сбивает, то минуту простые точно. Дипломы нашли своих обладателей в номинациях «Лучший чтец», «Вокалист», «Хореографический ансамбль». В галоконцерте задействованы только самые запоминающиеся конкурсанты. На отборочном туре жюри просмотрело сотни творческих номеров. Юбилейный для «Музыкальной горошины» год заявок на участие было много, как никогда. Дети наших металлургов, они действительно талантливые. Каждый год он не похож на предыдущий. Более 200 ребят приняло участие в этом юбилейном 15-м конкурсе. 6,5 часов мы заседали, чтобы отобрать действительно сюда достойных. Большая часть всех номеров – сольные выступления. На их фоне очень ярко смотрятся танцевальные коллективы. Особенно эти веселые клоуны. Разноцветные костюмы, парики и смешной грим. Ну как не улыбнуться в ответ? Мы веселые, находчивые и забавные. Да. Нас, когда видят, все показывают пальцами, смеются. Общую атмосферу конкурса смог передать ансамбль «Росиночка». Их песня вполне могла бы претендовать на гимн «Музыкальной горошины».